Концепт-кар Kia Masterpiece, показанный весной в Сеуле, предвещал, если не полную смену генераций, то как минимум глубокую модернизацию рамного внедорожника Махеев. Интерьер Kia не показывала и технических подробностей не рассекретила. Характеристики не заявлены и сейчас, зато две фотографии предсерийной машины Kia все-таки выложила. Главное разочарование. Это нас ждет всего лишь рестайлинг, хотя внешние детали кузова вплоть до передней стойки поменялись. Надпись на багажной двери подсказывает, что трехлитровый турбодизель с восьмиступенчатым автоматом не изменились. Больше подробностей мы узнаем в сентябре, с началом продаж в Корее. Пятое поколение американской версии минивэна Honda Odyssey выпускается уже 2 года в Линкольне, штат Алабама. Рестайлинг 2020 модельного года приурочили к 25-летию Одиссея. Повод для празднования — как минимум стабильные продажи, ведь за четверть века в Америке продано 2,7 миллиона машин. Модернизация не затронула двигатель, он здесь такой же, как и на кроссоверах Pilot и пикапах Ridgeline. Зато коробка передач на всех одна — 10-ступенчатый автомат собственной разработки. До сих пор он ставился только на самые дорогие версии. Тюнинговый Ferrari 488 Pista получил комплект пружин с занижением на 35 мм и гидравлическую систему подъема клиренса на 40 мм для проезда лежачих полицейских. Доработанная битурбо-восьмерка прибавила 82 лошадиные силы и 120 ньютон-метров. Динамика разгона до первой сотни улучшилась на 0,15 секунды. Максимальная скорость выросла на 5 км в час.